девочки ходили без загребания. И в общей сложности набрали n квадрат плюс n минус 2 гриба. Всего было 11 девочек и n мальчиков. Терпеть не могу эту задачу. Потому что она вызывающе бессмысленна по условию. Понимаете, представить себе, что грибник идет и говорит, что я сегодня наберу n квадрат плюс 9n минус 2 гриба, ну, даже я не могу. Вот, да, даже у меня есть какое-то чувство ненависти к этой задаче. Ну и ладно. Причем, 11 девочек и n мальчиков. Да, причем что? Каждый человек собаку... Ну, а кто эту задачу придумал? Каждый собаку ровно. То есть каждый собак какой-то как грибов. Все люди, или все девочки отдельно, и все мальчики? Все люди. Значит, все собрали поровну, да? Да. Значит, у нас верно такой палец. Где К собрал количество кругов, которые собрал каждый человек. Да. Да? Ну, что такое n квадрат плюс 9n минус 2? Ты заметил, вместо того, чтобы просто сказать, при каких натуральных n, n квадрат плюс 9n минус 2 делится на n плюс 11, нам придумали мальчиков-девочков, извините, грибы, значит, и все такое. Это да. Делится на n плюс 11, значит и 20 тоже делится на n плюс 11. Да. Значит, n равно 9. И она равно 9, конечно. Ну, значит, девочек было больше. Да. Да, да, да. Вот. Ну, в общем, моему негодованию на самом деле нет границ. Вот. Потому что. Ну, это дискредитирующая задача. Вот если кому-то надо объяснить, что математики занимаются ерундой, то он должен просто взять вот и зачитать эту задачу, да? Что в приличной в остальном книжке есть это. Ладно.